Давай забирайся скорей. Поедем в поход. Давай, со всеми здороваться надо. Всем привет. Всем привет. Мы с Герычем в воскресенье едем в поход. Ханик! Ханик! Ханик меня не узнал. Ханик тебя не узнал? Он начальник на меня гавкнул. И он на ту собаку. А потом ко мне пробежал и давай на меня прыгать. На тебя гавкать стал. Да что, я всему Торик? О, Торик вон прибежал. Да, он не мог. Можно тебе прыгать? Торик, привет! Привет, Торик, ты с нами едешь? Торик готов с нами ехать. Ханик, Ханя, как дела? Иди сюда. Так, ну все. Мы выезжаем. Копался нахуй. Ну и кто? А кто его знает? Поросята какие-то, видишь, за собой ямы не закапывают. Какие-то крюши поросюши. Что будем тут шашлыки делать? Сосиски. А, сосиски же мы делаем с тобой, да? Сосиски в тисте. Спрыгивай. Ола. Молодец. Ну что, будем еду-то готовить сейчас? Да. Да? Дай мне риску. А там и риски есть раз? Да. Мама дала. Мама дала? Ну сейчас, значит, если мама дала. И какие? Походных рисок, да, мама дала? Да. Ну пойдем. Так, ребятки, мы с Герычем выбрались в поход большой, да? Герыч, ты что не разговариваешь? Да. Мы в поход выбрались с тобой? Да. Что мы будем делать в походе? Жарить сосиски. Нет. Ребятки, проснулись уже клещи. И как вы видите, мы вон с Герычем оба в костюмах от клеща. От фирмы Биостоп. Очень рекомендуем. 4-й год сами пользуемся. И ни одного укуса. Также есть, видите, детские костюмы. Такие же. Папа. Ребенка видно хорошо. Папа. И будете уверены, что его никто не цапнет. Пап, а давай там дерево сломаем? Зачем? Я видел, оно уже упало. А, сухое дерево? Да.
Посмотрим, может, у меня попозже. Сколько очень... Давай кушать-то. Что кушать? Готовить. Гера, это чей листик? М? От какого дерева такой листик? Нет. Не знаешь? Я только... Это знаешь от чего? От дерева дуб. Вот он растет. Видишь, какой большой? Да, у нас дома есть дуб. Вот это от него листики. А что еще у дуба есть? Эти, как его там? Какие-то дросвинок. Ну, как Желуди. Желуди? А кто их ест? Свинья. Свинья? А еще кто? Торик не ест у тебя, что ли? Есть. Ест тоже? Да вот такой, может, хрюшка он у нас? Гера, куда мусор в лесу надо кидать? А? В машину. Правильно, в мусорку, да? Увозить с собой надо. Но мусорить в лесу нельзя. А то природа умрет, и мы все тоже умрем. Пусть нам деревья дают. Давай залазь, таракан. Смотри, у меня какие сосиски красивые. Сынок. А ну-ка не балуйся, ты таракан такой. Папа. Я кушать хочу. Папа. Я тебе не папа, я тебе крокодил. Голодный. А ты мне не даешь кушать, готовить начать. Ого, куда ты залез? Хулиган. Ну? Ну и что? Что, глаз тыкнул? Аккуратней. Будешь одноглазый ходить? Как пират Флинт. Давай слазь. О, какой огромный дуб. Смотри, у него кора красная. Видишь? Да. А что такое кора? Кора вот. Вот, видишь, кора у дерева. Кожа у дерева такая. Шкура. Угу. Что, собирай эти палочки-то. Сухие веточки собирай, я тебе костер разожгу. Будешь греться от него. Давай. Собирай вот такие вот сухие палки. Нет, вот такие вот. О. Складывай в одну кучку. Вот это? Да, вот сюда складывай, вот сюда. И разожгем костер. Смотри, у меня как было. О, ну дед, сюда не надо было сразу. На костер, надо рядышком положить, мы их потом будем подкидывать. Вот же у нас маленький костер, видишь. Так, ребята, зажигалку я не нашел. Есть вот такая вот штука. Она вообще круто разжигается. У нее синий огонь. А, потому что горит газ. Ну, сейчас разгорится. А мои? Ну, потом твои. Положим, как хорошо разгорится. У тебя толстые они. Герыч хулиганит он. Какую-то коробку нашел, бумагу. О, собирай мусор и кидай в костер. Вон пакет вон есть, смотри. Это можно сжигать все, мусор есть. Я боюсь, вон туда идти там. Нет, вот ложки, смотри, кто-то выкинул. Видишь, какие? Да нет. Хулиганы выкинули. Ищи сам мусор и сам сжигай. Что это ты мой мусор будешь сжигать? Я сам хочу его сжигать. Так. Ребятки. Расчлененку мы нашим сосискам сделали. Они так будут долго жариться. Как дела у тебя там, сына? Где моя огнекоса? Огнекоса вот она твоя. Аккуратно только. Я же говорю, у меня огнекоса.
Так, вот в листике не надо поджигать, сына. Маленький мусор, походи, поищи вот здесь. Если найдешь, то можно сжечь его. Нет, я не вижу. Тем временем папа хотел есть, просто есть. Вот, корми его листьями. Ну как гори, гори. О, классно. Смотри, как я могу. Гера, смотри. Фокус-покус. Смотри. Так, фокус-покус, пошли, там уже еда готова. Накрываю. Фу, дым какой пошел, да? Фу, так индейцы дым делали, сигналы посылали другим индейцам, да? Такой костер разожгут, потом туда сырых листьев наложат и всяких гнилушек, а оно дыма много дает. И другие индейцы видели сигнал и приходили на помощь. Ты знаешь, что такие индейцы? Такие, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Не знаешь, что ли, таких? С луками. Фью. С копьями. И с копьями. Что у вас за детство? Вы всяких чмокимонов знаете, блин, а индейцев не знаете. Чингачгука не знаете. Нифига не знаете, зря живете. Ай, залазь, блин. Ну что, она железная. Сейчас погреемся и будем стрелять. А, тут надо, короче, ее как-то ставить. А ее все равно как ставить. Всегда будешь в мишеньку. Мишенька будет всегда вверху одна. Ребят, винтовку мы взяли. Я забыл, поставили новый прицел и забыли к нему эти самые. Лазер. Нет, не лазер, сынок. Забыли, ребят, к нему мы. Этот самый. Шестигранники. Зафиксированные варажки для регулировки, для пристрелки. Я думал его пристрелять сейчас. Не получается. Аккуратно. Стой. Плечо. Вот эту руку сюда стой. Вот эту руку сюда. Здесь палец. На курок аккуратно. Целься сначала. Ну ближе делай. Смотри так, чтобы видно. А, подожди, ты же у нас правша. Вот с этой руки не будешь? Да. Так лучше тебе? Да. Ну пробуй. О. Целься, видишь мишень? Крестик наводи на мишень, вот желтую. Видишь? Где же она? Внизу где-то. Видишь? Стой. Попробуй ближе дальше. Тебя видно там? Нет, чуть дальше. Чуть дальше убирай, убирай, убирай. И вот пока видно не стоит. Повыше попробуй, пониже голову. Посмотри так, чтобы у тебя полный круг стал. Полный? Да. Крестик видишь? Да. Наводи его на желтую штуку. Ну ты вторым глазом смотри. Второй глаз не закрывай. Вторым глазом посмотри тоже. Вон она, видишь, где? Вон ее направь туда. Видишь? Нет, нашел?
О, молодец! Чуть-чуть мимо, видел? Еще будешь? Да. Еще и будешь сразу видеть. Видно? О, молодец! Чуть-чуть мимо. Давай тебе еще раз сделаю. Вон, видишь, камушек? Какой, который плоский? Делай вот там, вот смотри. Видел? Пуля попала? Нет. Да хотя бы в леске какой-нибудь стрель. Ну, в дерево хочешь стрелять? Да. Вот в этом, сухое. Которое серое? Где коры нету, видишь? Иди смотри. Да. Что, повара? Нету. Воздух кончился. Она же воздушная. Ну и потом, сынок, стрелять с непристреленным прицелом, мы никуда попасть все равно не можем, потому что у нас прицел неправильно стреляет. Папа его пристреляет, сделает, чтобы ты точно наводил издалека, бш, и в банку попадал. Возьмем с тобой мишени, да? Ну, будем стрелять. Вот дай, вот. Дай. Научимся. Дай, папа. Ну да. Это у него впереди. Дуло туда, в дуло никогда не смотрится. Вот это. А вдруг пуля вылетит? А вот это. Ну это манометр. Показывает, сколько воздуха мне осталось. Ты видишь, я на следующий раз уже попаду. Конечно попадешь, потому что прицел будет работать. Папа тоже попасть не может. Так, все, Герыч, задули костер, я твой залил костер. А где же Герыч? Гера пропал. А, вон он. Я тебе руку обжег. Как ты обжег? Я теперь рукой сгибаю пальцы, а чувствуется. Что чувствуется-то? Чувствуется, что я нагрел. А ты где, под вибасты их греешь, что ли? Нет. А где ты их греешь? Папа, а что это? Где? Вот это. Че? Баллон. Я думаю, это не баллон. Гриль там забыли. Что забыли? Гриль. Нет, вон он лежит же, гриль. А? Нет, да, перегалка военная. Будешь сам рулить? Нет. Не хочешь? Нет. Мне бы кто в его возрасте так предложил, я бы сказал, нет. Да. Yeah.
Вот и баловень, а. Ханик налетел. На Герика Ханик налетел. Ханя. Тори. Ну что, Гера, понравилось тебе? Ай-яй, Тора. Всем пока. Ставьте лайки. Все. Вот и мы приехали. Мамка уехала, и мы уезжали, и мы приехали. Мы тебе одну сосиску принесли. А я за носу получил. Да, будем вечером доставать. Да не будем. Все, ребята, всем пока. Мы дома. А как вы проводите воскресенье?